А для тельцов на май 2017 года выпали следующие карты. В личной жизни двойка пентаклей, тройка жезлов в карьере, работе и деньгах и старший аркан император в теме здоровья и самочувствия. У нас один старший аркан, он подчеркивает важность и значимость именно темы здоровья в этом месяце. Но мы начнем не с этой карты, мы начнем с двойки пентаклей и с личных отношений. Двойка пентаклей для тех людей, которые уже состоят в отношениях, которые состоят в браке, указывает на взаимовыгодность вашего партнерства. Это отношения по типу «ты мне, я тебе». И эти отношения действительно должны быть равноценны и выгодны для обоих партнеров. Иначе дисбаланс очень быстро выведет вас из равновесия. И ваши отношения могут тем самым пострадать. Поэтому будьте друг другу внимательны, договаривайтесь заранее, ищите компромиссы, и все у вас будет very well. А вот для тех, кто еще в поиске своей второй половины, двойка пентаклей говорит о том, что у вас недоработочка с уверенностью в себе. Вам нужно прокачать свою самооценочку. А также, возможно, ваше знакомство может начаться с переписки. С переписки в интернете или, может быть, через какие-то мобильные средства связи, а может быть и в буквальном смысле какая-то переписка завяжется у вас, как раньше писали письма друг другу. Хотя это, конечно, уже не модно, но, тем не менее, все еще возможно. Пробуйте, знакомьтесь, общайтесь, ходите на свидания. Я не уверена в том, что эти отношения в будущем будут крепкими, стабильными и долгими, но шансы такие есть. Что же касается тех людей, которые уже состоят в отношениях, но еще не вступили в брак, а только планируют это, май месяц для вас – это может быть неплохой месяц для бракосочетания. Так, теперь поговорим о работе, карьере, о деньгах. Здесь довольно интересная карта выпала, это тройка жезлов. А тройка жезлов – это карта перспектив, причем очень хороших перспектив. Какой-то фундамент вы уже заложили, первые шаги для основания, такого прочного основания вашей будущей карьеры вы сделали. Теперь нужно просто немножко подождать. Сейчас время не действовать, сейчас время планировать. И все так, вот, знаете, стратегически, масштабно продумывать на несколько шагов вперед. И это вас действительно может привести к успеху. Кстати, тройка жезлов очень хорошая карта для бизнесменов, предпринимателей и людей, которые заняты в коммерческой деятельности, то есть купи-продай, здесь купил, там продал, да? И также для людей, которые работают за границей или с иностранными партнерами. Замечательная карта, которая может указывать на увеличение ваших доходов и на прекрасные перспективы в будущем. Что касается здоровья, то здесь тоже замечательная, на мой взгляд, карта выпала. Император, которая показывает очень крепкое здоровье, крепкий иммунитет, хорошую защиту организма. Конечно же, император может указывать на появление детей в вашем брачном союзе, например. Также эта карта может указывать на то, что могут быть некоторые проблемы с костной системой. И психологически это связано с вашим консерватизмом и страхом перемен. Если вы позволите себе быть более гибкими или будете физически работать над своей гибкостью, гибкостью суставов и гибкостью ментальной, тогда проблем подобного рода со здоровьем у вас никогда не возникнет. В целом же, если вам понадобится медицинская помощь в течение этого месяца, ищите самого лучшего врача, врача-мужчину. И может быть, судя по изображению на этой карте, это может быть китайский или врач тибетской медицины. Возможно, это для вас будет более перспективно и удачно. Что ж, вот такой прогноз у меня получился для тельцов. Переходим к близнецам. Если вы хотите получить личную консультацию у Евгении Таро, то вам необходимо зайти на сайт magexpert.org, зайти во вкладочку меню «Услуги» или же «Ликбез для клиентов». Здесь вы увидите инструкцию, довольно подробную, о том, как заказать консультацию. Вначале идет краткая информация обо мне,
кто я, что я, какое у меня образование, какой опыт. Дальше идет предупреждение о том, что все заявки принимаются только на email, в социальных сетях заявки не рассматриваются на данное время. И далее идет по пунктам, пошагово, четкая инструкция, как составить заявочку. Вы можете ее написать от себя, можете просто заполнить эту форму, указав все необходимые данные. В конце этой формы вы видите цены и какие расклады, сколько времени будет длиться видеоотчет, позволят вам сориентироваться в том, сколько может стоить ваша консультация. Дальше идет продолжение инструкции и указание стоимости раскладов более подробно. В конце указаны самые удобные и самые актуальные на сегодняшний день способы оплаты для разных стран. Для России, для жителей Украины, для жителей Казахстана и для жителей всего остального мира. Израиля, Германии, Европы в целом, США и других стран. С уважением, ваша Евгения Таро.